За что большинство игроков так любят Чифтейна и считают лучшим премиум танком на 10 уровне? Может, за мобильность и возможность уехать со слитого фланга, чтобы доиграть бой? Или за комфортное орудие с крутыми УВН и жестким уроном в минуту, который позволяет вливать очень много дэмэджа? Конечно же, за все сразу. У меня на канале вышел топ, где я рассказал о 10 лучших премах на 10 уровне. Туда попал и Чифтейн. Залетайте смотреть, нажав на кнопку над названием шорца. Ну а я, оставшись 1-4, добив деда и ПТшку, собираюсь доиграть этот бой и взять Колобанова, ведь у моего танка есть все для этого. Играя от башни, начинаю методично разбирать тяжа, мансуя и не оставляя ему ни единого шанса. Остался последний фуловый противник, который хотел захватить базу, но Чифтейн такое не отпускает. Он щелкает таких Колобановых, как орешки. Уверенно игра от башни и грамотная стрельба позволяют выдать 7000 урона и затащить 1-4. Теперь вы знаете.